На территории Камчатского края с 2021 года реализуется проект «Омега-3. Растем здоровыми». Проектом «Омега-3» предусмотрено участие детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет и учащихся общеобразовательных организаций с 1 по 4 класс. Прием пищевой добавки «Омега-3» происходит курсами 2 раза в год, весной и осенью. Первый и второй курс по 30 дней, соответственно, согласия родителей. В этом году проект получил развитие, и в нем участвуют воспитанники дошкольных учреждений с 3 до 7 лет и учащиеся общеобразовательных организаций с 1 по 11 класс. Планируется принять участие в нем более 50 тысяч детей.